Всем привет! Вы на канале Shadow. В этом видео я вам покажу, как печатать цветным текстом в чате, на табличках, когда вы делаете свой ник или же мир в Майнкрафте. Собственно, как печатать вообще цветным текстом в Майнкрафте. Почему я записываю в Майнкрафте? Потому что у меня сейчас на самом деле не так много времени, чтобы записать на компьютере. Поэтому я решил просто записать для вас на телефоне. Все же система одна и та же. Ну давайте уже не заговариваться и скорее приступим. Поехали! Для начала давайте создадим мир. Ну и давайте для образца я его назову каким-нибудь цветом. Желательно использовать для напечатания цветным текстом чита KBard. Возможно, я оставлю на нее ссылку в описании. Вот как у нас будет все изначально выглядеть. Возможно, у вас будет другая тема, но мы просто нажимаем на значок, ну, цифр, чтобы печатать цифры, а потом, ну, вот на эти значки. Блин, я думаю, понятно, да? Я думаю, знаем, как мы дополнительно там значки показывать и все остальное. Не знаю просто, как объяснить, на самом деле. Больше на компьютере я вожусь и все такое. Значит, тут мы будем видеть вот такой вот значок, на который я сейчас нажимаю. Он нам не нужен. Мы на него нажимаем и удерживаем, и появляется вот такой значок. Как раз таки он нам и нужен. Мы его оставляем. Потом заходим в цифры. И теперь у нас, после того, как мы поставили этот значок, мы сможем выбирать цвет. Вот, например, я ставлю единичку. А это у нас синий цвет. 2 – это зеленый. Ну, тут уже само все понятно. У нас тут разные цвета. Также можем английские буквы использовать. Например, буква К. Это у нас получается вот такой вот текст непонятный. Буква Д, ну это у нас, собственно, очень-очень много цветов. Не все, конечно, буквы у нас тут будут отображать какие-то цвета. Ну, в принципе, понятно. Но смотрите, я хочу назвать свой мир, допустим, ну, вот таким вот цветом, каким-то бирюзовым. Давайте, например, назовем видео. Вот. И вот что у нас получается. Давайте, теперь я уже свои тут настройки под себя подстрою. Как мне будет удобно. Так, ну и, собственно... Ладно, пока тут ничего не буду делать. Создать мир. Но я думаю, систему вы уже печатание цветным текстом поняли. То есть точно то же самое будет и в нике, и на табличке. Давайте сейчас я вам продемонстрирую. Так, табличка. Что-то как-то в Майнкрафте давно не играл. Не очень знаю расположение. Так, вот она наша табличка. И мы опять же ставим этот значок. И, например, давайте на этот раз напишем что-нибудь непонятное. Тут тоже можно поставить любые буквы. А, я понял, на табличке так не пишется. Тогда давайте напишем... Это у нас получается невидимый или что? Просто сам не мастер. А, я понял. Это у нас получается такой жирный текст. Можем даже попробовать сравнить. Вот. Да блин. Вот, вот это жирный текст, который мы напечатали с буквы L. А вот это вот обычный текст, который на второй у нас строчке. То есть вот как это выглядит. Теперь давайте напишем, например, зеленым цветом. Зеленый цвет это у нас, по-моему, двоечка, да. Вот и 6. ПЖ. Вот. Блин, я написал подрешись. Ну ладно, тут понятно, в принципе, да, как печатать. Это тоже можно стереть, удалить, точнее, ну да, снести. Так, давайте сейчас попробуем, например, F. Это у нас белый цвет, по-моему, да? Да, это у нас вообще белый цвет. Вот, это белый цвет, да. Ну, система понятна, то есть точно так же мы можем делать и в чате. Вот, например, красный. Блин, ну ладно, я, конечно, не привыкла к этим клавиатурам. Красный цвет. Вот. Я Wi-Fi забыл включить. Окей, окей. Ну, в принципе, точно так же и с чатом, и с командой title. Даже title я вам могу сейчас показать. Извините, конечно, за то, что, возможно, я чуть что-то не продумал. Сейчас напишем вот такую команду. И теперь сюда пишем title, собака, title, не забудь
все подписаться на канал. Вот, правильно все, да? Отлично, и теперь мы там с помощью кнопочки можем это активировать, и мы увидим, что у нас... Вот, нам красным цветом вывелось, не забудьте подписаться на канал. Что ж, ну, думаю, вы поняли вообще весь смысл печатания цветным текстом. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то обязательно оставляйте в комментариях. Может быть, я там что-то для вас непонятно чуть объяснил, или вы сами там, ну, не поняли. Просто пишите в комментариях ваши вопросы, и то, что вы не поняли, я обязательно отвечу. Я очень активна, если честно, на своем канале. Да, я это говорю. Вот. Ну и, короче, я хочу с вами попрощаться. Угу. До следующих встреч. Да, не хочу вас увидеть в моих новых видео. Короче, всем удачи, всем пока. Увидимся в моих новых видео. Пока-пока.